Появившееся на улице Удмуртской тросовое ограждение вызвало множество споров. Не всем автомобилистам оно пришлось по душе. Между тем, городские власти намерены продлить его до поворота на Хохряки. Дорожники прокомментировали сообщение о потрескавшемся асфальте на улице Грибоедова в Ижевске. Директор подрядной организации пояснил, что здесь успели уложить только первый слой дорожного покрытия. Будет еще второй. Смертельная авария произошла на трассе Игра-Болезино. 17 августа там перевернулся «Опель». В результате пассажирка авто получила серьезные травмы и позже скончалась в больнице. В Удмуртии перед судом предстанет руководитель Можгинской управляющей компании ЖУ. Его обвиняют в том, что он присвоил деньги, которые жители перечисляли за коммунальные услуги. Ущерб оценивают в 4 миллиона рублей. Удмуртия получит 65 миллионов рублей на завершение ремонта здания театра оперы и балета. Деньги выделят из федерального бюджета. Потратить их планируется на оборудование для театра.